Привет, друзья! Меня зовут Паша, на связи ППК Лазер. И сегодня у нас на обзоре G-Ray 4060H. Этот станок является бестселлером. И не просто так, ведь он удовлетворяет большинству требований за не самые большие деньги. Это станок, с которого можно начинать свое какое-то производство. Тут уже есть контроллер Руида, который закрывает все потребности по функционалу контроллера. Тут рельсовые направляющие по всем осям, которые будут служить долгие годы. Легкая золотая голова, достаточно надежная, чтобы работать долго, и достаточно легкая, чтобы сильно не нагружать всю механику данного станка. Тут есть у нас сквозной рабочий стол, который позволяет работать с материалами большей длины, чем у нас ширина рабочего поля. Если у вас есть что-то шириной 60, а дальше уже хоть до бесконечности, берем, протягиваем и работаем с этим. Стол подъемный легко поднимается, опускается. Справа, слева, справа у нас две кнопочки, вверх-вниз. Все как на больших станках. Здесь у нас автомат, который позволяет избежать поломки при скачке напряжения. Включение, выключение лазера, света, розеток сзади. Все у нас тут имеется. Ячеистый стол. Под ним у нас ламельки. То есть есть и то сейчас у нас прикреплено, чтобы ничего не убежало. Но поверьте мне, там есть ламели. Просто верьте. Так, вот это вот, вот тут тоже отверстие для захвата воздуха. Это все у нас для того, чтобы воздух правильно циркулировал, заходил отсюда чистый и туда уже сзади уходил со всеми продуктами сгорания, чтобы он не пытался затянуть это откуда-нибудь вот отсюда, вот, где у нас лазер появляется. Тут стоят движки. Довольно простенькие, двухфазные, но большего тут не нужно. Трехфазники, 57-е движки. Зачем? 42-й движок. Справляется со всеми задачами. Здесь у нас хороший натяжной ролик, алюминиевый, закреплен прямо на раме. Он у нас держится очень хорошо и выполняет свою функцию гораздо лучше тех простеньких пластиковых роликов, которые бывают на некоторых станках, которые чуть двинешь, он трясется, падает и ничего не работает. Дальше тут у нас есть обязательно муфта. Муфта по оси Y, чтобы у нас нейтрализовать все вибрации. Без него подобные станки показывают плохой результат по гравировке и порезке. Вот уже и практически закончен наш макет прекрасного сердца, которое показывает, как сильно мы вас любим. Опа. Вот такое замечательное изделие у нас получается. Очень быстро, легко и просто. Если ставить компрессор помощнее, то вот этих вот, вот этой желтизны ее не будет. Нужен просто компрессор более мощный. Теперь найдем что-нибудь под гравировку. Кнопка Origin, чтобы у нас обозначить новую точку отсчета. Frame, чтобы посмотреть. И Start. А это уже, друзья мои, надолго. Так, продолжаем. Мы в небольшом таком тумане. Потому что, друзья, не забываем, вытяжка – это довольно важно. Совсем забыл или не забыл, или отложил. Я отказ о внутренностях сие замечательного устройства. На самом деле, все довольно нетривиально. Контроллер. Блок питания, блок розжига, драйвера двухфазные и ничего больше особенного. Стандарт, легко и просто, ничего нового. Все как во всех наших станках. Интереснее у нас
почти что сердце станка. Опа. Мозг мы видели. Руида. А тут у нас трубочка. Трубка. Рецы. W1. Именно такие трубки у нас сейчас ставятся на станки 80 Вт. Вон у нас пиковая 81,7. Здесь мы можем наблюдать датчик потока, который не разрешает нашему станку убивать нашу трубку, когда нет воды. Вода есть — убивай, воды нет — не убивай. Не трогай. Ну, на самом деле, это чтобы просто трубка у нас не убилась от напряжения без охлаждения. Заземление, питание, три розеточки. Все по-обычному. Но обычно не значит плохо. Значит то, что надежно и легко в обслуживании. Ну и, конечно же, отработано долгими годами практики и опыта. Но новинки тоже бывают интересными. Об этом мы увидим в следующих видео. А на сегодня все. Скажем пока нашему станочку. С вами. До скорых новых встреч. Пока, друзья.